Ну, лучше, то есть, наверное. Угу. Как ужас. Thank you.
перед встречей чемпионата Европы между сборной России и сборной Исландии. Участники сегодняшней конференции — старший тренер молодежной сборной Михаил Галактионов и Иван Обляков. Постоянно команда физически после того, как сейчас переехали, как акклиматизировались здесь. И еще вопрос про поле. Мы здесь видели, что оно не в самом лучшем состоянии игровое. И учитывая эти матчи с командами, как бы с будет проблема. Да, добрый день. Тот цикл, который мы провели вместе с нашей командой, нашими ребятами, они показывают, что команда на сегодняшний день готова, есть уже определенный посыл, определенный настрой к завтрашней игре. Практически все ребята уже сконцентрированы и получили определенную информацию касаемо завтрашнего соперника, поэтому полная боеготовность уже с сегодняшнего предыгрового занятия. Понимаем, как нам предстоит действовать, понимаем, что ожидать от соперника, и на это настраиваемся на завтрашнюю игру.